Ребята, ну вот я имею в виду Володю, там остальных, они, конечно, чувство меры утеряли. Действительно, власть колоссальная, и это нормально во всей, в любой стране, и в Израиле то же самое. Да, лоббирование, и власть на самом деле принадлежит тем, у кого деньги, естественно. Вот, но необходимо соблюдать некие правила. Вот, и следовать каким-то принципам, которые не отменяют вот эти демократические ценности, демократические правила. Это была ошибка группы лиц, которые по существу незаконно осуществляют, невыборные лица. Вот. В каком-то смысле слова то, что делал Борис Абрамович Березовский и Вова, ну и другие, конечно, это было олигархией, олигархической формой правления. Слабая власть Ельцина, огромное количество жуликов, непрофессиональных, там, крыжаков, которые там, охранник из 9-го управления КГБ, который пытался регулировать торговлю нефтью. Ну, в общем, безобразие, конечно. Но это стало возможным, потому что отказались от нормальной схемы в свое время, нормального правительства. Вместо Гайдара и профессионалов пришли вот эти вот красные директора, Черномырдин. И началось настоящее воровство. Слабость власти. Слабость власти, которая позволила прийти к власти не очень честным людям.